Убил! Ты ёбнутый так распрыгиваться. А как еще бы тут распрыгиваться? Бать его! Привет, с вами Гетлайт. CS 1.6 без преувеличений легендарная игра. Именно с нее все начиналось у многих любителей CSGO. Как сейчас помню компьютерный клуб, Assault, Na'Vi, русский мясник. Где демка, кстати, за Динофейст? Пожалуйста, Серега. В общем, ностальгия жесткая. И в эту игру я играл с самого детства, вплоть до 2014 года, когда потратил последние деньги на покупку CSGO в Steam со скидкой 50%. Да. В тот момент я на все 100 был уверен, что являюсь очень хорошим игроком, пока в CSGO не откалибровался на 4 звезды и впоследствии слился до Сильвера. Мой мир, блять, перевернулся. Оказалось, что понимания игры у меня в принципе нет. Ну ладно, каждый уважающий себя ютубер по CSGO делал ролик по 1.6. Это мое детство, поэтому я решил зайти поностальгировать. Ведь если бы не тот самый компьютерный клуб, если бы мне включили не CS 1.6, а какой-то Lineage, то всего этого сейчас бы не происходило, скорее всего. Приятного просмотра. Настоятельно рекомендую тем, кто залетает на CS Fail, кстати, играть здесь без наушников, потому что этот звук просто выводит из себя. Тут очень много людей поставило на 20. Блять, я не успею. А, ну и хорошо, что не успел. Катана ставит 50 долларов на 20. Что? Что за катана, ебать? Что за охуевший человек? А, это Дасти? Это Дасти? Так катана ля, вообще неадекватная какая-то. Окей, давай попробуем. Охереть. Она выиграет 1000 долларов, если сейчас выиграет. Опять-таки, два ютубера ставят на желтое, и все тоже ставят на желтое. Пацаны, это не так не работает, понимаете? Это не значит, что мы выиграем. Да, мне кажется, Дасти сюда специально заслали, чтобы я все слил. Это, ну, я не верю в эту херню. Так, она не ставит, а я поставлю. А мне интересно, а что будет? А вдруг я сейчас выиграю? Ну ладно, все, отмена. Короче, кто умеет играть в этом режиме, напишите, как это делать. Я тут пытался вычислять, но скажите тактику, пожалуйста, это важно. Коэффициенты хорошие, два луза было, поэтому ставлю на 5. Я ставлю на 10. Да нахуй. А, на 20 хотела выиграть, надо 20 теперь выиграть, сука. Сейчас я поставлю вот это на 2, выиграю на 2, а потом то, что выиграю, поставлю на 20. И выиграю. Так, на 2 выиграл. Полдела сделано. На 20. Ну, если 3, то давай уже и 20. Ах ты гни. Ладно. Я победил. Я лучший тупо. Вот таким образом можно очень легко выиграть 15 долларов по ссылке в описании. Кстати, можно даже бесплатно это сделать. Сейчас скину промокод, и вам бесплатно дадут денег. 500 промокодов с названием CS16. Кто успел, тот как бы забрал. Но кто не успел, при пополнении просто введите реферальный код GetLight. И CSFL, если в нике стоите, то это 15% еще плюс. То есть 20% бонус там вам идет. Ссылка в описании. Поехали. Приятного просмотра. Давай сейчас зайдем в 1.6. Чисто 1 на 1 на какую-то карту. Я просто вообще не помню нихуя. О, им хедшот. Заебись. Дигл. Ебать звуки. Ахуи. Калаш. Да ты шо? Прицел реально это пиздец какой-то. Маленький, можно? И что изменилось? А как тут зажим контролить? А чё оно... А какой пинг? 84? А, ну это большой. Не, ну лагает. У меня, короче, здесь ускорение мыши стоит, понял? Как здесь зажим можно контролить? Это ж пиздец. Знаем, как с глушителем тут заебись. Не, такая ностальгия, это пизда. А как тут в голову попадать? Тут голова милипиздрическая. Короче, это пизда. Смотри, вот прыгни и пойди дальше, ты замедлишься. Так, тут дело даже не в том, что прицел большой. Вот покажи мне себя. Голова лякая маленькая. Какими люди умными были, чтобы это играть раньше? Я сейчас проверю параметры запуска, работают ли они. Если что, я их в описании оставлю, чтобы мышка не ебала мозги. Иди нахуй! Заболел он, блядь. Снова? Да. Ебать ты, сука, бацилла ебаная. В CSGO, если ты вставляешь магазин, то сразу же перезаряжаешься. А здесь надо до конца ждать. Как же он все шьется, охуенно. Ладно, пойдем в фасткап. CSGO на фасткапе играет в 2 раза меньше, чем в 1.6. А я думал, что мы долго игру искать будем. Нихуя себе. Вы не выбрали лигу, победы не будут учитываться. Слава богу. Ну его нахуй. Сейчас заруиним игру челам. Кстати, да, чтобы ты понимал, я в CS 1.6 не играл ни одного матча 5 на 5 ни разу. Тускан играл когда-нибудь? Ну я играл, но я не знаю, не помню карту эту. Но если Тускан, это конечно класс. Вот для долбоебы, сука, как броню купить? О 2, о 3, о 4, о 5 я всегда покупал. Все зашли? Ножи, серьезно. Алло, бля. Коцнул. Меня в спину, блядь, порезали. А я не знаю, как меня порезали, как-то быстро слишком. Не так, как в CSGO. Понятно. А, это свой? Изи обе. Ебать, ебать. Не, у меня чувство, будто мы играем против долбоебов, и они нас выигрывают. Я не понимаю, где он топает. Честно, раз. А, 28 секунд. Пизда. Надо нормальную карту. Типа, я карты не знаю, не понимаю, поэтому все очень сложно. Он
Заебись. Все серьезно, нахуй? Ебать, минус 3. А вот он. Ебать, я. Еб. Как же я разъебал? В шаурме один. В шаурме? Что? А это шаурма? А почему я на первом месте, если я не играл в эту игру, блядь? Никогда. Минус. Флешки вообще... Кидаешь долбоеб, блядь. У них у всех голоса одинаковые, будто им по 90 лет. Не, здесь флешку если кинули, то это надолго, блядь. А, наверху, он на шаурме. Найс. Над шаурмой, помоги кинуть. Над шаурмой. Не, ну слушай, в принципе, для первой игры в жизни я играю очень неплохо. Тут непонятно, челы слепые или не слепые. О, наконец-то. Все, блядь, давай нормальную карту. О, я вычеркиваю карты. Сюда, нахуй. Минус тускан. Дасты, а инферно, что плохо. Лайт, го, чел пишет лайт. Я не знаю, что такая карта лайт. Я в первый раз такой. Я тоже вообще ни разу не видел. Ну ладно, трейн. Трейн, в принципе, мне нравится. Блять, тут по звукам у меня самолет, блять, рядом прилетел. У меня тоже. А тут никак в Майнкрафте, что ты не наебнешь, если будешь ползти. Как прицел уменьшить? Никак. Тут, кстати, в голову можно с ножа убить, понял? А ну, скажите что-то в чат. Раз, два, три. А тут как замутить? Никак. О, я зарезал. Блять, я помню, я тут. Смысл? Ладно, я пойду сдохну. Ой, я убил. Вот мразь. Тут бесплатные граффити, понял? А ну, говори. Алло. Карта такая маленькая, это пизда. Тут чел. Коцаный. Убил. А бомбу кто слил, блядь? А, я, наверное. Апдаун. Минус. А, апдаун, да. Два апдаун. Какой у тебя хп? 8. Ты чё, охуел? Меня убили. А что, в старые времена тоже делали форсы с вот этими пушками? Опять слабые попались, пишет. Сзади. Как, где? А. Я один фраг дам, я уже на мульт. Ладно, я беру авик. Мне сейчас играю как Маркелов, дай авик. Я тоже играю как Маркелов. Что это за мразь вот это бежит? А, это ты. Выходи, я пикну, блядь. Убил его, нахуй. Убил. А, он наверху, долбоёб, сидит, наверху, короче. Он там не собирается слезать, еще где-то один в плоте. Он с бомбой выходит. Ой, блядь, разъебал. Выходите, Б открыто, Б чисто. Не факт. Да факт. Okay. Это ж как в CSGO все. Да ты где он бежит, блядь? А, это, блядь, это наш. Да, это ж пиздец. Тут без общения играть вообще невозможно. Флешку сайт дал, наверное. Хуйло, я знал, что он там будет. Тут бомба поднимается и звук на всю карту, блядь. Тут пачка, как пакет с говном, я не знаю. А, тут нельзя покупать отдельно шлем докупать, сука. И на даст пойдем. Не знаю, кто это, я дроп низ иду. Ну идите, кто-то дроп низ, блядь. Старый план, короче, я не знаю как-то. Иди, не было. А, так а как их замечать там? Это ж как люди играли? За копья медлома то прыгает. Так нет, сейчас там в CS добавили повышенную контрастность, потому что ныли. А как в чат писать? Я не знаю, как в чат писать, я не знаю, как оружие подобрать, я не могу, блядь. Чат на Y писать, в смысле? У меня не открывается. Вверху, блядь. Флешки охуенные, потому что вот так кидаешь прям по пикселю, вот так вот. Отходишь на миллиметр. Блять, ладно. Блять. О, лох. Короче, я ставлю плент. Плент вот тут, блять, не да, это ж старый плент. Да, легко. Нахуй вам этот раунд, давайте их выиграем. А какой счет? 8-1. Хорошо, играть. Ебать, разъебал. Где еще чел? Где еще чел? Ебать. На каком-то вагоне, блять, слева. Тогда еще его ебнет. Окей, я фул. В этот флешка реально, ну, намного имбовее, чем. Ты автодубку купил, ебать! Я не покупал, я подобрал. А, да? Умри. Еще и вантапы там ставишь? Вантапы, пиздец, блядь. Еще и приседать надо, когда плент. Бэксайд, бэксайд. Ля, чмо. Ебашь его, плент под тебя. Хорош! Сохи даун. Ай, это чья флешка, нахуй? А, я не удивлен. Да, надо привыкнуть к этой хуйне. Ебать! Ебать, я просто падаю с тех ступенек. Я не иду по ним, а падаю с них. О, я ничего не делаю. А слышь, а тут чат не открывается, типа? Тут консоль. Да, нельзя посмотреть, что написали. Я охуеваю. 2-10. Не, мне кажется, CS-96 была для зомби-режимов. Пушат. А, мы еще и выиграли. 13-3. А, они тут там, слышно. Прикинь, там можно бомбу ставить. Так, Б, блядь, я на Б стоял, никого не было. Так, вообще. А что ты не сказал? Я ж не знал. Бля, тут бомба вообще непонятно, когда взрывается. Я думал, там еще дохуя времени. Надо на даст пойти. Либо на инферно, либо на даст, либо на мираж. Потому что это, ну, пизда. Давайте попробуем дробовики закупать.
Старый план. Класс. 16-3, все. Я, подожди, я сейчас покажу на запись, что мне написал один чел из противников. Кахол обоссанный. Пацаны, я оставляю ссылку, делайте, что хотите. Короче, мне Фасткаф ответил. Мы не выдаем блокировку за оскорбительное или токсичное поведение. Если я скажу, что у вас работают выблядки, то мне ничего не будет. Я по факту не называю их так, но мне интересно. Ну, это, конечно, плохо, что не дают бан. Можете говорить все, что угодно. А, ну ля, классно. Теперь вы знаете, как общаться с поддержкой, вам ничего не будет. Но я никого не призываю быть токсичным на Фасткапе, потому что это уебан. Я надеюсь, что из-за этого ролика Фасткап немножко изменит свои правила и начнут банить долбоебов. Давай даст, давай даст, для ролика лучше даст. Заебись. Как мы тайм-аут взяли? Мы? А? Чат еще не посмотрит, чтобы узнать, как это, какая крыса это сделала. А вы видите то, что я фонариком свечу? Да. Я отключил этот бинт ебаный. Потому что я всегда пытаюсь посмотреть оружие, и мне фонарик хуярит. Бля, патрон. Я думал, перезарядил. Он, там патрон, Зига он уже сейчас выйдет. А что тут смоки бесполезные, да? Есть. Есть. Убил! Ебать! А кого ты убил? Я не знаю, я в чемке выстрелил рандомно и убил. Давайте выиграем эту катку. Как говорится, если сделал топ фраг и не выиграл, фраг не считается. Ты что, долбоёб? Что ты тут даешь? Какие, блядь, флешки? Я вышли. Много? Да. А что, ебать, сидит чел у нас в пункте? Это я. Как хорошо. Молодец, блядь. Да ты смог лишь 6 сделать. А что смешного? Скажи что-то в чат. Ты думаешь, мы твой сарай не найдем? О боже, придурок на даблдаке, сука, вылетает. Я не знаю, как я умер, я не понял. Ебать, у меня 4745. Мне не хватает $5, чтобы купить ави. О, давай буст. О, чемку можно смотреть. Как, блядь? Чё, блядь? У меня авик подобрался сам. А не хотел. А, тут щиты есть? Щиты? Убрали на постой? Давай постоим. Да это похуй, что это Б. Давай постоим на А, типа мы не понимаем, что это Б, как эти дебилы. Ты ёбнутый так распрыгиваться. А как еще бы так распрыгиваться? Не, я в том плане, ну, ты ёбнутый, у меня не получается. Радар так напрягал все время. А я вообще не знал, что он есть. Я никогда не пользовался. О, АВП. Не знаю, самый лучший свой фраг я уже сделал на этой карте, поэтому... Убили. Ой, я его убил. Только сказал, что я свой лучший фраг сделал, и пизда, нормально. О, заебись. Чел пишет, умрите от спида. Потому что он на самом днище Фасткапа по CS 1.6 набил, ну, много фрагов. На самом днище. Вот это чмо, это вопи... Блять, господи. Это жалко тебя, брат. Сзади, сзади. А чё за? Чё ты не сказал? Я думал, ты жив. А, это ГГ? Да. Ну, в идеале выиграть хотя бы одну игру, либо Инферно сыграть. Мы две игры по 15-16-2 проиграли. Это, я так понимаю, банан, да? Да. Я не понимаю, какого хуя слепну. Непонятно как. Я вообще не понимаю, как здесь возможно кого-то ослепить гранатой. Вот это пиздец. Заебали, я хочу залезть наверх, стоят. Все, поехали. ТС зайдите. ТС зайдите? Что такое ТС? Кого вызвал, тварь? Я сам ТС сейчас. Нахуя заходить в ТС, делать какие-то действия, чтобы там нажимать на кнопку? Если этого можно не делать и в игре нажимать на кнопку, сука. Б зарашим, давайте. Блять, сумка ебаная. Красный. Он там, за Б2, за Б1. Нихуя себе флешки. Я зарежу чела. А чё, блядь? Лучший. Я вроде попал. Класс. Пиздец. Кто со мной лез, блядь? У тебя рот у трупа будет открываться, когда ты будешь? Нет, наверное. Наверное. Я залез сюда и сделал то, что хотел. Да не, мы так все понимаем. Убил, убил. Чё не убиваете? Я ж убил. Это не игра, это ёбаный пиздец. А не, ну к этому можно привыкнуть, типа научиться без проблем. Тут остальные моменты это просто пиздец. Не умри, давай. Ты бомбу как яйцо снес, нахуй. Нихуя себе. Я один? Да, ты с ломасом кинул. А, блять, собака. КТ убил? Нас чел КТ пушит. Это я. Да не ты, другой, с другой стороны. О боже. Он постоянно писал. Это не ваше. О.
Блять, он после. Убил. Ебать, заебись. Оп, мой. Да. Я себе тут широкие улицы. Ай, я фулблайнд. Я убил чела, я не был фулблайнд, я умный. А тут не перезаряжается, прикиньте. Раунд начинается, и калаш перезаряжается. Ну, это пиздец. Вот тут чел! Блин! Убил. Убил. Я, кстати, не чувствую, что я бегу быстрее, когда бомбу держу. Или глок. Ебать, почему? Чел просто пролетел на даблдаке. Он тут сидит. Кто это, блядь? Ему похуй, что я там стрелял. Хули ты сидишь тут чекаешь? Где он стреляет? Да он просто стреляет. А, это свой? Это наш, это наш. Ебать, я думал, что он уже вышел давно. Найс, все, ГГ. Не, просто чел, вот, некий, я слышал, как он бежит, я думаю, что он уже давно вышел, а он даже не подошел, и с каждым разом, блядь, он все жестче наебывает и наебывает. Бесплатный промокод на мерч, кстати, есть тоже CS16, как и на CS Фейли, ссылка в описании. Кружка будет вообще лайтовой. Посмотри кружку, классно. Ладно, в этот ролик я специально позвал друга, для которого основной игрой изначально была именно CSGO. Естественно, 1.6 его никак не впечатлило, и в этом нет ничего удивительного. Те, кто не переполнен чувством ностальгии, вряд ли смогут оценить ее по достоинству. Если в CSGO, благодаря нормальному чату, звуку, радару, можно хоть как-то собирать информацию самостоятельно, то в 1.6 без общения делать нечего. Для себя я понял, что CSGO на передний план, да, выдвигает не физика, не графика, да, а именно те инструменты, которые делают игру комфортной для большинства игроков. Скины не считаются, пожалуйста. Ну они охуенные, ладно. Насчет тех, кто до сих пор играет в CS 1.6 на постоянной основе, буду говорить только про тех и подобных людей, которые попались нам в катках, только про них. В общем, я думал, что в CSGO токсики, но это пиздец долбоебы. Тем не менее, игра пиздатая, я хотел бы в нее сыграть против адекватных игроков, получился бы интересный шоу-матч. Кстати, как раз начал Twitch вести, подписывайся, ссылка в описании, завтра стрим, и все стримы теперь там, да. И насчет фасткапа, если вдруг кто-то из ребят будет это смотреть из фасткапа, да, вам самим будет приятно, если игроки будут обращаться к вам в поддержку с матами и оскорблениями. Придумайте что-то. Ладно, в игровом чате посраться. Игра, эмоция, это как бы все очевидно. Но когда животное выписывает тебе после игры в ЛС просто так, то, как по мне, этих людей нужно изолировать. Но это ваше дело, поэтому, ну, просто показал наглядно, как это происходит. Неприятненько. Вот такой экспириенс, пацаны. Ставь лайк, если бы залетел на шоу-матч по CS 1.6. Реально, ставь лайк, по лайкам посмотрим. И подписывайся на канал. Осталось 175к и пиздец. А с вами был GetLight. До скорых встреч. Никита, ну... Блядь! Алло, блядь!